Сейчас пойдем мы в музей, где откопанная вон та, так где она, вон та колокольня, и посмотрим, что там внутри. И главное, чтобы там разрешили снимать. Если там можно будет снимать, будет здорово. Да нет. Здесь это все когти там. А, то есть вот они, да? Да. Вот на разных. И там, не, ну самое там, интересное, есть элементы вот это. Там. Ведь это же грифон получается. Вот такой тут все откопанное относительно меня, не знаю, какая высота, 1,20 м точно. Сейчас я примерно покажу, какая тут глубина. Селфи-палку туда вниз опущу, насколько она опустится, чтобы относительно меня было видно. Сейчас увидим, что там. Снимать там оказалось можно, и это здорово. Пойду теперь искать Серегу.